Спасибо. Пожалуйста, Вячеслав Николаевич. Ну я о своем. Что сделать, чтобы подрядчики работали быстро и качественно? Мы в одной команде. Светофор на студенческом. Работали быстро и качественно. Все школы сдадим вовремя. У меня тоже ответ есть. Спросите еще раз. Спросите про дороги. Быстро и качественно. Дороги! Да. Пожалуйста, еще раз. Дайте мне подрядчикам, чтобы работали быстро и качественно. Хотите МКАД? И Киров Сити, тогда у губернатора попросите. Я не знаю, у меня другая личность. Еще раз вопрос, пожалуйста. Подождите, я ответ. А, все, я вспомнил. Быстро и качественно. В космос слетайте. Что еще? Дороги. Первая дорога, идете, товарищ. Как сделать так, чтобы подрядчики работали быстро и качественно? Возьмите Трунова, он больно ответственный сегодня. Запакуйте, пожалуйста. Да. Спасибо, все, заканчиваем.